смотрите, магазин раньше, здесь не было так много машин, как сейчас. Вот только построили его недавно. Поначалу мы приезжали, с мужем вообще никого не было. А сейчас, вот, смотрите, все забито. Но это хорошо, что столько людей следят за здоровьем, да? Ну, пошли. Сегодня слушала очень внимательно видео, но буду переслушивать еще несколько раз. Разница между натуральными продуктами и органическими. Какая молодец, она сделала такое видео. И девушка, которая рассказывала это все, видно, что знает это дело. Так, какой у нас сегодня воздух, знаете, такой вкусный, вкусный. Потому что в Оклахоме он все время невкусный. Он пыльный, потому что в истории даже есть такое, как Dust Bowl. Это пыльная буря, когда люди еле-еле спаслись. Потом дети все маленькие, которые были в это время, ну как бы во время Dust Bowl, они поумирали, потому что пыль вся в легких осела. Они просто не смогли долго жить. Ну и по тем временам, знаете, как медицина была-то не на том уровне. Вот, в общем-то, вот здесь у нас так вот пыльно. Есть штаты, в которых девочки даже стекла не знают, как мыть. Я знаю, как мыть стекла после каждого дождя и машины. У нас очень грязный воздух, очень. Вот, идем внутрь. Вот эта штука, которую сегодня мне надо купить. Я собираюсь ее готовить. Так. Купила себе кабачок вот такой желтенький, смотрите. Он стоит 99 центов за фунт. И бананы тоже органик. Я бананы, конечно, мне нужно тратить большие деньги. Их столько много ем. Сейчас вот смотрю на курочку. Я вот думаю, может быть, грудку здесь, если я найду. Да, вот она, грудка. Она стоит 3,33, 4,35, вот так, за одну, прикинь. Так, сейчас идем в зеленую секцию. Как обычно, всегда нам нужен салат. В прошлый раз сейчас возьму пакетик помидорчиков для салата. В прошлый раз я смотрела вот на эту муку и даже не знала, что это такое, но, слава богу, у меня есть канал, и есть люди, которые приходят и знают. Смотрите, вот даже комментарий остался. Благодарна очень. Спелт – это спелт – разновидность зерна. На русском языке это полба. У нас считается, что самое полезное на свете – хлеб из полбы. Блинчики из полбы и так далее. Особенно спелт полба полезна, если у людей проблемы с пищеварением, с синдромом раздраженной кишки, у кого food intolerance с мигренью. У Пушкина было упоминание о каше из полбы в сказке о папе и работнике Балде. Это очень дорогой продукт в Австралии. Прикиньте, да? Здесь он стоит 3,79, тоже, в принципе, дорого, это мука. Я, например, не знала, вот теперь буду знать полбы, да? Вообще удивительно. Вообще здесь, конечно, глаза разбегаются от всего, что есть. Баквит – это гречневая мука. Куагам. Боже мой, смотрите, вот это что такое? Где мои очки? Textured vegetable protein. Starch. Starch – это крахмал. Wheat bran. Очень много вещей, таких, которых я, конечно, еще пока понятия не имею. Многие книги о правильном питании говорят и кричат просто о том, что с определенного возраста нам нельзя пить молоко обыкновенное. Соевое молоко тоже. И вот макадамия люди пьют, хвалят очень сильно, особенно женщины. Almond milk. Я не знаю, когда-нибудь один день я тоже, наверное, попробую. Что оно вообще из себя представляет. Снова на том же месте кофе. Хочу тоже присмотреться к этим батончикам, которые брать с собой на работу можно. И, ну, знаете, как быстрый перекус. Вот такие вот типа, знаете, кракеры я тоже брала себе. Очень вкусно. Или вот такая, смотрите. Быстро и удобно, да? Хлебцы. Орехи. Сюда. Это у нас листовой чай, который очень дорого, конечно. В интернете посмотрела одну и вторую. Вот Real Blueberry Wild Child. Сейчас смотрим. Matcha Green. Просто добавь молока.
и наслаждайся своим горячим или холодным чаем. Organic green tea, matcha. Matcha, конечно, очень дорогой чай. У меня есть вот такая вот мука. 4,99, это очень даже неплохо. Но, наверное, смотря какой. Мне еще нужно в пакетиках такой, чтобы был. Я смотрю, вот у них не очень большой выбор именно листового чая, да? Лаванда и камомил, это лаванда, а вот они же. Лаванда и ромашка, успокаивающий такой чай. Это что тут написано? Хотел бы посмотреть. Вот 4,99, малюсенький пакетик, вообще про буквально невесомый. А, вот тоже лаванда, мандарин. Вот и тут были еще какие-то чаи, тоже органик лаванда, лимонад, коконат, чай блэк. Вот эти батончики, о которых я говорю, которые можно брать с собой на работу как перекус. Я один когда-то здесь купила протеиновый батончик, такая гадость была, я его не смогла есть. Sea salt bar с орехами. Фрукты. Вот типа такого я купила. Боже мой, вообще. Шоколад и матча. Я, наверное, возьму все-таки вот этот, потому что здесь, вот смотрите, три значка стоят, которым можно верить. Supreme Matcha. Так, ну я уже здесь навернула несколько кругов. Если ты молочка, тут вот несколько рядов. Можно выбрать что, да. Мороженое. Я уже посмотрела, я искала обыкновенные сардины в банках. Не нашла, только тюна. Вот это чипсы из свеклы. Такие же чипсы из моркови. А вот это, наверное, чипсы из всего, что есть на огороде. Mixed vegetables, да? $5 стоит такая коробочка. Интересная вещь. А это чипсы, наконец-то, картофельные. А это что такое? Корн. Кукуруза. Я никак не могу уйти. Тут еще столько много всего интересного, что хочется попробовать. Strawberry fig bars. О, это должно быть интересно. Хороший перекус, кстати. Лучше просто не бывает. 5,73 за всю коробку. Возьму попробовать. Ой, тут еще больше. Я обожаю сухие фрукты. О, боже мой. Держи себя, понял? Держи себя. Turkish figs. Вот такие тоже люблю я очень. Кокосовые роллы. Я бы тут бы все выкупила бы. Для работы желудка. Спрунс, without prunes. Raisins, это изюм, чернослив. Dates. Вот у них тут цена на dates. 5,99, наверное, да? Короче, я сделала себе вот эту вот одну. Это whole wheat, окей, они разные, да? Wheat peach, это peach, это персиковые. Strawberry, это клубничные. Apricot, это абрикосовые. А я себе взяла что? Strawberry. Иду платить, хватит лазить. Уже здесь, наверное, убила больше часа. О-о-о-о-о. Мармеладки. Мармеладки. Так, 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 уходим. Главное ничего брать, не брать в руки. Все, как только в руки взял, хана. Не так плохо. Всего лишь $34. Но я много-то и не брала ничего. Когда мясо, сыр не покупаешь, тогда все в принципе в порядке. Ой, как обычно, вкуснятину ставим. Берем с собой. Сейчас я буду ехать и питаться.
потому что голодная. Чай у меня с собой есть. А остальное все идет сюда. Сейчас главное не забыть послать сообщение мужу, что я выезжаю. Хотя погода сегодня, вы видите, замечательная. Это в прошлый раз он мне все слал сообщение. Посмотри радар. Все, поехали домой. Забыла. Пожалуйста, откройся спокойно, без драки, а? Фигада. Таки будет драка. Просто не хочет открывать. Смотрите, какой маленький батончик, а? Класс. Если вкус нормальный, вот можно брать с собой на работу, а? Ничего просто так не дается. Ну что за дела, а? Есть очень даже можно. Я, наверное, сейчас вернусь, еще одну маркет возьму. Потому что здесь, смотрите, сколько. На неделю? Класс, мне нравится. Я пойду еще возьму. Купила еще одну упаковку. Называется Whole Wheat Fix Bar. Просто с Fix. Не одна. Так. И сейчас еду домой. Ой, погода вообще просто замечательная. Ну, до чего я люблю здесь октябрь и ноябрь. Еще, конечно, деревья у нас не стали красиво красными. Но пару холодных ночей. Сегодня, например, мы проснулись, было 57 по Фаренгейт. Что очень хорошо. Вот у нас последние две ночи такие прохладные. Просто не нарадуемся. Потому что уже это жарище уже в печенках сидит. В печенках. Уже хочется что-то одеть, кроме шортов. Кроме футболки. Не знаю, какие-то достать вещи. Пришла на работу в тунике с длинным рукавом. Все спрашивают, ой, какая красивая, где вы ее нашли? Где ты ее взяла? Говорю, в шкафу. Висит уже несколько лет. Все, поехали. У меня здесь чай. И он нагрелся. Это кружки нам выдали в школе. С нашей эмблемой школы. Каждому. Так классно. Поехали. Сообщение послать. Ё-моё.